Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем прохождение восьмых кошмарок. 8-7 мы покорили, и 8-8 у нас на очереди подземочка. Поехали, посмотрим. Состав я не менял, состав тот же, что и на предыдущей подземке. Сейчас единственное, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, куча анубисов, зданий, в принципе, немного. Думаю, проблем не будет. Куча бугеменов, смотрю, есть. В общем, интересная подземка. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, состав. Я вам сейчас обратно покажу. Какой у меня, вы можете себе свой подобрать. Тут чисто такой состав. Можно пройти одним героем. Без проблем это все закрыть. Но мы не ищем легких путей. Мы решуем точно так же. Так, кошмарка 8-8. Куча анубисов, опять же, пробуем. Так, атлант улетает сразу на раз-два. Ну-ка, если попробовать так. Добежит до забора, добежал, красавчик. Так, тут по центру кидаем тоже точно так же, как и в предыдущий огника. Пробуем. Так, где-то тут давайте попробуем ворожая закинуть. Там и Афины, смотрю, бьют. Ну, подземка не из сложных, насколько я вижу. Уже 18% мы надамажили. Огни, как обычно, видите, вот огника выкидываете по центру. Не с краю, где-то не с угла, именно по центру. И он у вас чудесно сливает всех ближайших героев, особенно бугеменов. Смотрите, у нас только там наверху еще осталось пару бугеменов, и все. Ну их там, думаю, смотр добьет. 25% у нас уже подземки пройдено. Неплохо. 34, но мы дождемся, чем подольше оттянем момент. 38. Надо будет попробовать кровавую Мэри на подземках. Посмотреть, как она будет тащить или не будет тащить. Ну, я думаю, она до центра будет давать возможность пробежать. Так, что у нас осталось? Осталось пару бугеменов, пару анубисов. процентов уже есть. Так, Фрея подбегает. Минотавр. Ой, я не выпустил Минотавра. Попробуем Минотавра тут выпустить. А Минотавр у нас не ударил. Печально, печально. Подстава от Миносика. Ладно, подождем. Подождем и реснем. Видите, душегуб уже забирается в центр даже. 73%, нифига себе. Так, Седнушку выкинули. Ай-яй-яй-яй-яй. Седнушка у нас сделала рез. Только все уже убежали дальше в углу. У нас осталось пару Фрей, пару анубисов. Конечно, все в разброс. Я не знаю, что тут будет. Очень разбросаны таблетки. Так, ну давайте с магией попробуем. Не знаю, ли у нас получится, успеем мы по времени или нет. 94%, ребят. У нас таблетка вот внизу одна фуловая, причем. И наверху фуловая. Вряд ли мы тут что-то сделаем уже. Но 95%, как видите, с первой попытки эта подземка показалась очень легкой. То есть тут ничего сложного, в принципе, нет. Одна таблетка вот здесь у нас осталась. Но... А, нет, две, три. Три таблетки осталось. Они очень разбросаны по всей карте. Ну, пробуем. У нас попыток хватает. Самое главное, чтобы атлант включался вовремя. Такс. Поехали еще разок. Видите, здесь атланта можно даже в первую очередь выкидывать, но... Половина героев на нем посливались уже, отлично. Пробуем с другой стороны выкинуть овника. Попробуем тут выкинуть душика.
Нам главное где-то потом Минотавром зацепиться и ворожая отсюда. Хотя можно было бы... Вот смотрите, пол карты уже просто убито героев. Огник сейчас наверху добьет. В принципе, вообще отлично. Как обычно, немножко таблетки в разброс все. Так, нам надо как-то попасть. Вот опять Минотавр сдох. Не ударил он так, как нам надо. Вот ударил 87%. Седна еще даже держится. Так, ну по центру мы в принципе пройдем. Вижу два здания. Они в принципе должны и так добиться. Самые основные. А, вот дала защиту на одну таблетку. Ну попробуем здесь вот так вот ударить. А, еще таблеточка возле душика есть. Ай-яй-яй, и там две. 95, 97, 98. Вот одна таблетка возле душегуба. Ну, в принципе, одна, думаю, мы ее без проблем должны. Секунд, 100%. Ну, как видите, это одна из легких подземок, то есть без проблем мы ее зафармили. 8-8, ну поехали, попробуем сразу же 8-9. Что ли такое дело, и ставим 8-10. Такс. Вижу, тут тоже будет у нас веселье. Закидываем здесь огника. И пробуем сразу же с ним атланта будет закинуть, чтобы все слились. Автопрокеры. Не знаю, ли это будет что-то толковое. Ну попробуем. Так, отлично. Посливались те, кто нам мешали. Пробуем. Тут одного. Тут второго. Ну так, чтобы они все были на разных сторонах. В принципе, вижу тоже подземка не из сложных. Зданий очень мало. Так, 24% у нас уже есть. Ну, мы, в принципе, всех таких убили. Пробуем закинуть Минотавра. 92%. Вообще налегке. По центру здания у нас остались. Кидаем на них магию. Что, у нас только по центру здания остались? Вообще какая-то легкая подземка. 8-9. Мы просто чисто магией сейчас должны мы подобивать. Вот так вот, ребят. 8-9, прошли мы на 3 звезды. У нас осталась только единственная подземка. 8-10. Ну, поехали ее попробуем. Так, тут у нас, конечно, веселье. Пробуем. Сейчас попробуем, хочу попробовать Атланта точно так же включить. Взяли. Тут, конечно, у нас уже, смотрю, зданий дофига, хотя бы предварительно посмотрим, что нам надо для максималочки, чтобы зафармить. Так, атлант просто бешено сливается, надо попробовать его, наверное, вообще первым покидать. Его сразу же дамажит зеленый смотр. Попробуем с другой стороны. Это он бешеный у нас, бежит очень далеко.
Так, вот один выбежал. Не включился, видите. Не хочет он включаться. А, тут у нас еще и тотем, я смотрю, есть. И не вопрос. Афинки в тотемах. Так, вот отлично, он включился. В итоге у нас все посливались. Автопрокер, у нас остался Анубис. И здесь ворожея. С этого угла попробуем душика закинуть. В принципе, нормально мы закинули всех. Так, оттягиваем Минотавра до последнего момента, чтобы у нас посливались асурики по всех сторонах, потому что асурики, он на асуриках просто минуснется сразу. Так, вот смотрите, как огник красиво сливает. Что у нас остались только наверху? 2 минуты у нас осталось. Вообще просто изи. Ай-яй-яй, у нас огника слили. Блин, что делать, закидывать? Попробуем. 72%. Хорошо. Так, поджидаем немножко времени, надо, чтобы кулдаун прошел, и попробуем выбросить седнушку. Вот там душик пошел в пляс. Красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите, что произошло. Мы седнушку выкинули. А не, все-таки включилась. Нормально. Вообще изи, ребят. Что-то как-то 8-10 вообще самая легкая подземка оказалась. Одна из легких. 1 минута 98%. У нас осталась одна таблетка. Вот так вот налегке с первого раза. На 3 звезды. Все. Все кошмарочки у меня пройдены. Можете меня поздравить. Все на изи. 870 огоньков. Такие вот кошмарки у нас. Получим 675 самиков. Пишите комменты, ставьте лайки. Как видите, вообще без проблем. 7, 8, 9. Всем удачи. Всем пока.